уже чуть-чуть осталось вам следов зимы исчезновения. Весна пришла, чтобы побеждать в своем порыве возрождения. Станут дни лучезарней света в память прошлой великой страны. Я просто не могу быть счастлив, когда несчастье рядом есть. В любовной лирике центральной темой является любовь во всех ее проявлениях, счастливая и несчастная, уже пережитая и только-только зарождающаяся. Это один из наиболее красивых жанров, который передает удивительный мир человеческих чувств и переживаний. Внутри меня совсем другие чувства, им чужды все границы и барьеры, условия, что согласованы с тобой. Недолго длилось восхищение, в полет мечты и вдохновения. Вы стали мне довольно скучной, любить вас выше моих сил. Блуждать по лабиринтам взглядов и все надеяться опять увидеть вновь пару глаз. Бабаджанян Нактюр. Thank you.
стал мудрее, так правильнее жить по мальчику. Осенняя пора не только бабье лето, милая тоска и листопадов плаш. Осенняя пора, душа в очаровании, моей любви начало, восторг без конца. Тебя любить — такое счастье, что перед этим меркнет все. Я так хочу, чтобы в моей жизни померкло все перед тобой. Все мысли, время и пространство. О Боже, как же я люблю Куманчева. Это название новой книги, третьей книги. Называется «Тебя любить, мне жизни мало». За 2000 лет человечество не придумало такого выражения. Это просто фантастическое выражение, которое, видимо, сверху спустилось. «Тебя любить, мне жизни мало». Можете представить объемность этого выражения? Раз мы сравнили поэзию Уманчина, сравнили мы параллели, параллели с русской литературой, с русской поэзией 19-го века, прозвучит произведение Петра Ильича Чайковского «Апрель» из цикла «Времена года». Поэзию можно сравнить только с музыкой, считает Белинский. Великий гений утверждает, музыка начинается там, где кончаются слова. Одни трактуют это, как в начале было слово, другие, если уже невозможно передать словами, на помощь вновь приходит музыка. Пока гении будут между собой спорить, мы, простые смертные люди, придерживаться тому, что самый эффективный путь движения поэзии навстречу людям – это его сочетание с музыкой. Настоящая поэзия должна быть музыкальна. Настоящая музыка – поэтична. Музыкальная поэзия Карена Уманджи. Его стихи – словно мелодии, переходящие в словесные формы. Опять все грущу, тоскую, не в силах любовь равнять. Вернись в мою жизнь никакую, чтобы было за что мне страдать. Разве мало того, что на свете живет человек, кто желает прославить твой век благодарностью тебе лишь за то, что увидел тебя во сне? 5 строк на одном дыхании, как музыкальная фраза, поражает завершенную мысль. Thank you.
некоторые из которых стоят на наших мольбертах, вы можете их потом посмотреть здесь. Они выполнены в стиле фотографического импрессионизма, или, как их называют иначе, пикториализма. Это течение возникло в конце XIX века в европейском и американском фотографическом искусстве. Здесь все. Помимо того, что я делаю в области литературы и поэзии, чтобы я мог применять свои научные возможности для подрастающего поколения, и ты вместе со мной сделаешь все возможное, чтобы придать новую волну в образовательном процессе нашей страны. Я написал следующие стихи.
ненавижу тебя, ненавижу в тебе все, ненавижу твой взгляд, лукавый такой, ненавижу язык твой, язык полный лести, я хочу оторвать его у тебя, и хочу посмотреть, чем тогда ты себя сочетаешь. Ненавижу тебя, ненавижу твой стан, этот гибкий упругий твой стан, сколько раз это там не обнажая его передо мной. Ненавижу тебя, ненавижу губы твои, эти алые, страстные губы твои. Сколько раз я их целовал, мне их хочется и сейчас целовать, но ненавижу тебя, ненавижу мысли твои, коварные мысли твои. Больше всех ненавижу я их, мне так хочется их всех прочесть. Но, увы, ненавижу тебя и ненавижу я мысли твои. Ненавижу и хочу в тебе все. Я это написал поздно ночью. Беру трубку и звоню Маргарите Исаевне, мы ласку ее пятер стали. Я говорю, я нашел какие-то стихи, но не помню. Это то ли Артур Рембо, принадлежа, то ли кому-то. Но тогда вы можете представить, если какой-то суперинтеллектуал, если вдруг этот суперинтеллектуал скажет, что я не знаком с этими стихами, это просто конец. Публика уже может похоронить этого человека как интеллектуала. Бедная женщина говорит, ну конечно, да, все в этом Бог. Я понял свою значимость. Хочу прочесть одну поэму и не падай духом от меня. Но выпу нестерпи пока, не ровный час. Ты не кручись, что с тобой опять так подло обошлись. Своей праведной тропой иди вперед и не страшись. Иди туда, куда тебя влекут так много-много лет. Очаг родной, душа твоя и предка древних человек. До сих пор очень актуально. И будет все, как будто бы под небом и не было меня, Марина Цветаева. А я пишу, какая-нибудь меня не станет, и я покину грешный мир. И сердце биться перестанет в моей груди здесь навсегда. Покину я планету эту. Покину близких мне людей, и жизнь моя исчезнет в лету, как будто не было меня. Я устремлюсь в миры иные, туда, куда мне суждено, звездой новой вспыхнут в небе, и заиграет сердце вновь. Я знаю, будет очень трудно мне без тепла земной прожить, но я внутри найду отраду, которую возьму с собой. И в новом мире без сомнения я жизнь земную повторю, мне суждено земным повсюду рождаться вновь, везде. Всегда. Я предполагал, что рано или поздно этот разговор случится. Сказать, что я перестал ее любить, начал бы соврать себе самому. Нет, я все еще продолжал ее любить, но вместе с тем я прекрасно понимал, что вернуть прежние чувства будет очень трудно, если не сказать невозможно, чтобы расстаться вместе. Как тяжело говорить любимому человеку, что настал момент расставания, не находя при этом особой причины для оправдания. Элен пребывал в шоковом состоянии, в ее глазах и выражении лица запечатлелись как ужас от услышанной новости, так и безысходности и отчаяния.
Она была убита горем, опущившимся на нее. Первые минуты она чувствовала и нервно одевалась. Я старался не смотреть на нее, но изредка наши взгляды сталкивались. В ее потухших глазах на лице сукором читался вопрос «За что?». Я сразу же отводил свой взгляд, не способный дать разумительный ответ. Любовь отгорела. Так уж бывает, без причины. Возможно, из-за идиллии и нервности. В наших отношениях все было правильно. Чувство, забота друг о друге, понимание нужд другого, уважение к окружению и друзьям, секс и все остальное. Но в последнее время чего-то не хватало, стало не хватать. Наверное, это правильно. Конечно, Элен была не согласна с этим, считала, что это никак не может быть причиной конца нашей красивой истории любви. По ее мнению, у меня появилось новое увлечение, из-за чего я пытаюсь прекратить свои отношения с ней. Имей мужество и признайся, что ты изменяешь мне и хочешь новых отношений с другой. Это заметно даже в постели, укорила она меня вчера. Я бы согласен с ней, только по части постели. Именно это обстоятельство и указывало на эрозии чувств. По большому счету, любовь для меня – это в первую очередь ощущение восторга. Если нет восторга, то нет и яркой любви. Чувства могут трансформироваться в уважение, терпение и во что угодно, но любовь – это больше, чем уважение. К Элен я испытывал все лучшие чувства, кроме восторга. Я ей не изменял, хотя она и не поверила мне. Надо отдать ей должное, она не усвоила истерики и не потребовала душераздирающих объяснений. Я был счастлив, что все это время любил очень достойную женщину, стоически встретившую свой любовный приговор. На душе было щемяще грустно, хотя все вокруг плакало глаз, будто стремясь вывести меня из печали. Я уже доканчивал пить кофе, когда шофер просигналил мне. Я сел в машину и поехал в свою новую жизнь. Какой она будет, покажет время. В этом зале очень много проводилось мероприятий. Мы отмечали день рождения композитора, музыкантов, художников, но что презентация – это впервые. И я надеюсь… Я обещаю. Да. Я надеюсь, что вы не поступите. Что я могу пожелать себе? Я хочу от нашей школы… Наш уже 3 года функционирует класс декоративно-прикладного искусства. Подарить тебе на память вот, работу. Говорят, вы последовательно. И она.